Творческие, активные, спортивные, а главное дружные семьи из муниципальных районов Омской области и административных округов города собрались на фестивале молодых семей, который прошел с 14 по 16 июня на базе детского оздоровительного лагеря «Березовая роща» в Саргатском районе. 35 семей знакомились, общались, участвовали в конкурсах и соревнованиях. Также в «Березовую рощу» приехали специалисты, работающие с молодежью, руководители клубов молодых семей, действующих в Омской области. Фестиваль молодых семей стал ежегодным уже. Ежегодно мы собираем самые активные молодые семьи из всех муниципальных районов Омской области и города Омска. В первую очередь для того, чтобы, скажем так, создать условия для совместного семейного отдыха, для совместной деятельности семьи, которая, безусловно, сплачивает и объединяет семьи, а также для того, чтобы молодые семьи имели возможность пообщаться, обсудить какие-то вопросы с представителями из других районов. А теперь как поведение? Вот так вот отталкиваешься. Молодец! Вот, да-да-да! Вот так. Ну все, обожаслили. Молодец! Увлекательным получился на фестивале «Туристический день». Участники осваивали основы ориентирования, безопасности отдыха, прохождение скалодрома, правила обустройства бивуака, словом, все, что нужно знать и уметь и детям, и родителям для активного семейного отдыха. Хорошо, потому что прям интересны такие мероприятия. Я всегда хотела попасть на скалодром, и сегодня как бы раз, и я уже наверху. Вот, сейчас тут полезем, как бы полазим. Вчера было тоже очень интересно, мы знакомились и конкурсы играли. Ну, дети очень рады. Дети спят, едят, прям дома такого в городе такого нет. Навесная переправа, параллельные перила. На туристической полосе каждому члену семьи нужна поддержка. Подбодрить, подстраховать, развеселить, повести за собой. Это работает на сплочение семьи, поскольку они проходят все вместе. Здесь они и поддерживают, и помогают друг другу. Это, конечно, сплачивает. Дети видят, как мамы, как папы это делают, подражают тому, пробуют сами. Им это очень нравится, хочется. И мамы одновременно, и мамы, и папы заражаются энтузиазмом детей. Для самых маленьких в «Березовой роще» работала игровая комната. И здесь все не менее увлекательно. Вот, например, ответ маленькой участницы на вопрос, что больше всего понравилось на фестивале. Игрушки, рисунки, мячики, обручи, ведерки и скакалки. Насыщенная программа фестиваля, работа в команде, всплески эмоций, безусловно, все это укрепляет отношения и сближает. Находилось место и время и для спорта, и для романтики, и для творчества. Дарю тебя, я руки твои, что ты моя семья. Красота на горке плачет, у нас не еки мать. Чистить она не плачет, я поеду в водоем, и тогда уйдет мать. В рамках фестиваля состоялась конкурсная программа среди клубов молодых семей. В призерах оказались клубы «Роза» Муромцевского и «Очаг» Оконечниковского районов. Победа в конкурсе за клубом молодых семей «Оберег» из Черлакского района Омской области. А все семьи, участники фестиваля, награждены дипломами и памятными призами.